туманность Андромеды. В общем, не повезло. А, нет, повезло. Туман видно, что он отходит. Но в целом необычно. Действительно необычно. Оп, оп. Фу. Оп. Оп. Опа. That's so cool. Вот так вот прикольно. Чайка, да, там, Ливингстон. В общем, осталось до Биг Сура 2 часа. Биг Сур — это часть дороги Pacific Coast Highway, которая на MacBook сейчас есть. Но решил остановиться, потому что мне очень понравилось, насколько сильно сейчас волны приходят. И есть подозрение, что мы сможем застать Маверики. Маверики со специальным сломом на английском языке я сделал. Потому что это моя мечта. Я, конечно, никогда не видел их. Космос, если это получится. Ну и, в принципе, красивое побережье. Ох, и чайка. Просто остановился в месте, похожем на сказку. Ну, как бы просто стая оленей. Кто-то с рогами, кто-то без. Пасутся маленькие. Конечно, здесь ограждение, забор. Поэтому я не боюсь, я не такой смелый. Если бы его не было, я бы, конечно, не остановился на этой машине. Снимал бы изнутри. Так, типа, дальше еду в сторону Биг Сура. Смотрите, просто красота, красота. Я представляю, просто счастливчики, люди, познавшие дзен. Боже. Казалось бы, обычная дорога. Где-то там, непонятно где, до свидания, едем дальше.